Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы будем тратить миллион, но миллион не самоцветов, а миллион кгашек на прокачку этого аккаунта. Этот аккаунт, думаю, вы уже все помните. Мы на нем уже трешовали в одно время. Это аккаунт моего подписчика Николая, который очень часто мне предоставляет свои аккаунты для подобных видосов. Он Плюшкин, он любит копить ресурсы. Вот смотрите, значки почета в районе 5000, красные кристаллы миллион. Сейчас он кулаки опять копит. КГшки 1 057 000. Так, он находится в гильдии Калаврат. Босс 3 в 20:00 МСК, в БГ, четверг и воскресенье. Явка обязательная, атака фартов. Занимают вторые и четвертые места, но это все рандомно. Сейчас поменяли рандом. У нас нету сейчас такого, что вы будете первый. Единственный вариант, вы нахреначите себе в гильдии силы полно и будете на багажке просто чисто из-за силы брать. Но это тоже нереально. Так, хорошо. Смотрим, что у него вообще пройдено, чтобы понимать, на кого мы куда будем что сливать. Так, смотрим. Вот он застрял на 6, 6, 10, не может пройти. Странно. Посмотрим сейчас по героям. На волнах у него зафармлено АФ, а Джей не зафармлено. Ну, в принципе, с таких локаций все остальное, думаю, у него зафармлено. Смотрим аккаунт. Аккаунт бездонатный. Мы его портить не будем, как вы это любите наблюдать. То есть у него доната на нем нет. Все накоплено. Так, смотрим героев. Что у него есть? Тыковка берсовая. 10-10. Ара. Девяточка ремка. Дед бог войны. Варлок. Неплохо прокачан. Череп. Гаргол тоже неплох. Одержимый, семерочка. Анубис. Вот Анубис отличный у него. Не знаю, почему он 11-й не открывает, не делает. Но уже пора бы. Так, стрелок отличный. Марину талантика нет. Ворожей отлично. Друид под архидемона. Так, бог Рома с бастом. Смерть. Влад Дракула, рыцарь. Так, Химка, отлично. Триантик, вот такой вот сырживый. Дрейк со стойкостью. Валька, тоже неплохая. Римка пятая стоит. Медуза, не прокачана еще, наверное, недавно выбил. Так, Ведьма. Малышник хорош. Хранитель тоже, видите, без ремочки. Сырживой. Так, Афинка. Купидон отлично. Почему не открывает? Талантики. Так, разбросик. Ну и пошли ниндзики для силы. Фрея есть. Ничего себе, с пятой ремкой. Ну, неплохо, неплохо. Так, Седна, Повелитель Бури. Да, неплохие герои. Так, Ронин. Ну, Ронину скилл не надо качать. Еще одна Седна, Рибет. И все, пошли. Дальше уже вторые герои. Так, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Смотрим еще, что у него есть. Ну, как видите, книг. Же говорю, Плюшкин. Так, в камнях у него не очень. Карты копит. Сундуки красные тоже уже. Плюс у него идут. Мне бы это все на мой аккаунт. Так, коробочка есть. Что по героям? Ну, видите, давний аккаунт героев. Даже у него есть повторок неплохо. Одержимой медузой. Два Анубиса, стрелок.
Ронины, Повелитель бури еще один. Неплохо, неплохо. Ремочки. Оно интересно посмотреть, что у него делается по рунам. Четверка. Есть ли пятерки? Так, живо. Не, пятой. Пятой ремки у него нет. Но, в принципе, или слота не хватает. Второго слота, по-моему, не хватает ему. Странно. Так. Ну, вот такой вот аккаунт. В принципе, неплохо прокачанный. Да, даже не то слово неплохо, а офигенно прокачанный, как для бездонатного. На что будем тратить? Ну, однозначно, мы сейчас будем прокачивать героев для подземок, для фарма, потому что ему надо дальше подземки проходить. Всего героями, в принципе, можно было бы уже затащить. Так. Ворожей однозначно надо делать десятку. Так, давайте вот эти все слизни сливаем. И наймем сейчас немножко героев. Давайте вот так. Так, смотрим. Однозначно качаем ворожая на максимум. Это уже давно надо было ему сделать. Есть десяточка. Также качаем Анубису десятку. То же самое для подземок, для PvP локаций. Десятка есть десятка. Так, смотрим дальше. Тыква максимальная у него. Вальку можно пока не качать. Хранителя однозначно тоже десятка должна быть уже. Так, три героя у нас есть. Дальше. Афина. Так, Купидон у нас на максималке. Фрея, Купидон. У Фрея ему тоже сейчас везде нужно будет. Так, сейчас я так, чтобы никого не пропустить. Так, Арис смысла нету. Варлок тоже ему, в принципе, должно хватать. Гаргул то же самое. Одержимый. Девятки хватит с богом войны пока. Стрелку не надо. Рино я бы подождал. Девятка пока хватает. Хотя дерево. Вот насчет дерева тоже. Но тут оно без ремки. Дрейка однозначно нет. Валька. Медуза. Вот Медуза еще под вопросом. Афина. Афину однозначно качать надо. Тут никуда не денешься. Десятка тоже для PvP локаций. Да и везде. Так. Вот эти герои, которые самые такие востребованные. Также у него здесь есть Фрея. И Фрея, она еще даже не вкачанная. Но однозначно ей сразу делать надо тоже десяточку. Без этого никак. Она должна быть на максималке. Так, у него также есть здесь седны. Даже две Ронину качать смысла талант нету. Ему только выбить ожог надо. И. Так, Повелитель бури. Ну и Повелитель бури тоже неплохой герой. Его тоже надо вкачивать. Так. Кто с таких еще востребован? Друид. Так, тыква, Купидон. В принципе, да. Однозначно. И для подземок, и для этого друид ему тоже нужен будет в некоторых ситуациях, потому что он бездонатный. Ну и архидемон самое основное, что ему тоже надо фармить. Поэтому мы ему тоже прокачали десятку. Химка. Подождите, а где его укротитель?
Он что, его не качает? Да ладно. То ли я втыкаю. Да, это жесть. У него до сих пор укротитель не прокачанный. Ладно, может он специально под архидемона никого не качает. Я потом у него это спрошу, но друид нам нужен будет и для подземок. И его надо будет на 12 вкачать однозначно. Так. Так, 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 так. Дальше. Медуза. Медуза, медуза, медуза. Рину. Рину тоже идет на десятку на PvP локации. Так, череп. Это можно пока не трогать. Дед Мороз. Девятка хватает с головой. Владракула не нужен. Химка для архидемона, но я не вижу у него укрутителя. Очень странная. Ведьма тоже не прокачанная. Странно, странно. Так, этих мы вкачали. Так, кто нам еще нужен будет? Ну, однозначно, повелитель бури, повелитель дырочек. Тут даже думать нечего, потому что его надо будет тоже прокачивать. Десятка. Востребованный герой, ему будет намного легче в PvP локациях. То есть вариантов там очень много. Так, ну и осталось у него сетна, смотрю, он тоже ее качает. Но у него есть дерево. Дерево есть. Дерево, дерево, дерево. Валька. Ну, Валька тоже должна быть на максималке. Сейчас мы Вальку докачаем. И надо будет ему копить на укротителя однозначно и качать его. Я не знаю, почему он до сих пор его не прокачал. Ну, героя на архидемона надо качать уже. Уже пора, скажем так. Возможно, он не любитель. Вот так вот мы какашки безжалостно сливаем. Ну, сливаем туда, куда надо, в первую очередь. Так, отлично. Валька тоже есть. Так, Афина, Рай прокачали, так, этих можно не трогать, ну и медуза ему нужна, вливаем пока это в медузу, даже с третьей ремочкой есть купидон, который зарядит, вот нам чуть-чуть даже не хватило. Ну, ее тоже надо на максималку, на десятку выводить. Для фарм-локации идеальный вариант. Я не знаю, почему он тоже, возможно, недавно выбил, но думаю, она у него уже давно. Но ее надо тоже качать. Вот так вот, ребята, мы потратили один, там, миллион с лишним кгшек. И сейчас мы попробуем. Я сейчас посмотрю, что у него там стоит. Есть. Я жалко завтыкал ледяху, не посмотрел. Семерка. Семерка, семерка, семерка. Ну, хорошо, сейчас попробуем даже с семеркой. Так, замедление ожива. Валька у нас есть. Давайте сейчас попробуем. Так, ставим ворожея. Как видите, у него проблемы с ремками. В этом вся беда. Так, Афина. Попробовать Афину для быстрого набора.
Так, дед. Давайте Анубиса поставим. Так, тыква. Где наша тыква? Где-то в тотеме, что ли? Да, в тотеме сидела. И Купидон, наверное. Нет, Гаргул. Давайте вот так сделаем. Тыковка есть. Так, Ара нам тут не нужен, в принципе. Так. Вместо Ара попробуем не дерево. Тут еще такое. А, у нас же... Так, Купидон, третья ремочка. Я не знаю, конечно, или хватит нам этого всего. Так, Валька есть. Так, а вместо кого Людяху поставить? Придется Афину, наверное, исключить сейчас. Поставим льдышку сюда. Ну, должно проканать, не знаю. Так, есть, ну, поехали. Берем магию. Попробуем 6-10 пройти. Ну, Анубис, как видите, здесь жестко тащит. Ну, тыковка, не дохни. Блин. Да, надо дерево. Надо ставить дерево, только вместо кого ставить дерево. Сейчас определимся. Сейчас попробуем еще разок. Возможно, ворожая, но ворожая, если мы уберем, нам некому будет отхил давать. А Валька нужна, Купидон. Возможно, Купидона уберем. Посмотрим. Поехали еще раз. Еще разок тестик. Начнем с ворожая, наверное, все-таки. Так, есть. Отхил, где отхил, блин? Слились. А какой первый заходик был хороший? Я надеюсь, он посмотрит этот видос и будет точно так же бегать, проходить, пробовать. Так, ладно, начинаем опять с Анубиса. Так, ну. Анубис, живи. Ворожай. Блин, продвигается мало. Поспешил я с кагашками, конечно. Чуть-чуть нам не хватает. Надо было все-таки ему девяточку вкачать. Ах, блин. Не досмотрел. Ну, надеюсь, он посмотрит. Я по-любому уверен, что он посмотрит, как ему будет легко пройти эту подземку.
Хотя бы на 2 левела поднять придется. Ладно, пробуем еще. Так, ну вроде, ай, тыква слилась. Обидно. Хоть бери, блин, тыкву в другом месте высаживай. Сейчас мы так и попробуем сделать. Высадим ее отдельно. Так, делаем так. Раз, два. Оно без тыква, а тут все остальные. Так, ну. Анубиса слили. Ну, давай, замедляй. Давай. Тыковка, куда ты пошла, ёб твою мать? Эх, блин, не туда она пошла. Видите, не хватает, чуть-чуть не хватает замедления. Но опять же, кто у нас будет сливать это все? Да, чуть-чуть не хватает. Хоть бери, блин, и разбрасывай всех по разным сторонам. Блин, конечно, обидно. Ну, я надеюсь, он посмотрит. Я сейчас попробую еще. У него карты есть. Он, в принципе, какашки может нафармить. И докачать. Именно его, и в принципе, таким вот составом без проблем пройдет 60. Тыковку подальше просто выпускать. Раз, два, Анубис эти и всех сюда. Так, тут морозим. Ускорение. Вот, отлично. Все отлично, замедляем. Эй, бей! Да что такое-то, а? Жесть, не ударил. Обидно, обидно. Так, ну давайте еще раз попробуем. Была, не была. Ворожай замедляет, тоже свой плюс имеет. Так, ускорение есть. Заморозили. Так, отлично, тыковка ушла в другую сторону. Я надеюсь, нам хватит замедления. Не. К сожалению. Хотя, может, и хватит. Сейчас посмотрим. Так, тыква, не иди только в центр. Иди отсюда подальше где-то. Она все равно сюда идет. Жесть просто. Вот мы их замедлили. Но видите, не хватает нам одного. Надо ставить. Феникс не успеет просто снести это все. И надо все-таки докачать девятку. Докачает девятку, думаю, без проблем снесет это все. Может, демона успеем убить? Но их тут до хрена, вряд ли. Ну, вот такой вот тактикой можно пробовать пройти ее. Только надо, как видите, прокачать немножко либо пэтов,
либо поменять кого-то одного. Можно Купидона отсюда, в принципе, убрать. Валька есть, ее будет хватать. Так, один демон начал уже бить. Да, мы не успеем. 50% есть, но 50% мы уже осилили. И одного демона слили. Но нам просто времени не хватит на это все. В 54%. Блин, сюда бы какого-то Дрейка. Вот для чего ребята прокачанные девятки, десятки на буферах, особенно на Вальке. Ну, Анубиса однозначно оставлять надо в ворожея. Если прокачаешь, Коля, замедление, я думаю, ты прокачаешь его на девятку, а лучше все-таки и на десятку даже. На ледяшке он их замедлит, и можно будет тогда убрать Купидона попробовать, потому что Валька как бы лучший вариант убрать отсюда Купидона и поставить вместо Купидона того же самого деда либо душегуба, который будет по зданиям херачить, потому что, как видишь, немножко не хватает, либо кинуть всех попробовать в разброс, слить Анубисом с тыковкой. Остальных кинуть по сторонам. Такой вариант тоже есть. Ну, 75% затащили. Давайте еще попробуем по сторонам всех бросить. Но это, конечно, бред будет. Но у тебя уже открыт доступ к семеркам. В принципе, твоим составом ты можешь семерки начинать фармить. Так. Если бы, конечно, Купидон был еще 11, это вообще был бы огонь. Либо Валька. Так, ну у тебя тут есть карт для входа. Я надеюсь, что это сделаешь. Так, давайте пробуем еще разок. Вот так. Раз, два. Анубис, тыковка. Купидон, Валька. Льдышка. Морозим. Усиление. Ворожея где-то тут бросим. Не, ворожея сейчас, скорее всего, сольют. Да, надо пробовать вдали бросать. Ладно, не буду тратить самоцветы. Вот такой вот состав. Попробуй, помучайся. Ну, я думаю, ты видел всю картину. Можно пройти 75% вены бел. Надо все-таки убрать. Попробовать. Ну, давайте попробуем. Что уже? Уберем купа, поставим деда. Это тоже, конечно, не особый вариант. Так, что у нас на Купидоне было? Цепелин, окей. Пробуем еще разок, посмотрим. Думаю, с таким дедом, в принципе, тоже вариант есть. Главное замедлить все. И разогнаться побыстрее. Так, пробуем. Блин, кого-то не оживил. Так, пробуем по такой тактике. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, есть. Ну, тут возвратки пошли жестко от деда, конечно. Анубис без Купидона, Анубис не разгоняется. Так, ладно, попробуем сейчас всех вместе. Тыковку, видите? Тыква берсовая. Без Купидона, к сожалению, так не потащит. То есть вариант только тот, который я показал изначально. Ну, не только. Вон, можно попробовать деда кинуть в другой стороне. Хотя, в принципе, без разницы, где его кидать. Он бьет зонально. Кидаем всех вот так. Усиление.
Так, отлично, вроде успели. Но тут разгончик уже не тот. Ой, тыковка выбежала далековато. Ладно, еще заходик. И возвратки пошли. А без ворожея тут отхила у тебя не хватит. Так, заморозили. Заморозили, отлично. Ну, тыква побежала не туда, куда надо. Так, надеюсь, они не на ней заагрены сейчас. Так, куда вы пошли? Ну, вот вариант тоже есть, кстати, Коль, смотри. Неплохой. Ну, блин, тут, конечно, ну, уже 60%. Так, ну, мне кажется, сейчас кто-то сорвется. Давайте, 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 надо, надо, надо. Ребята, 75, уже побили рекорд. Отлично, сука. Так и знал. 80, 82. Ну все, у нас сейчас просто они по одному посливают. Это жесть, конечно. Ну, в общем, Коль, попробуешь такой вариант, мне кажется, он более реальный. Карту у тебя дохренище есть. И затащишь. 90%. Надо немножко прокачать все-таки скилл. На девятку хотя бы. И, в принципе, без проблем затащишь. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики. Участвуйте в конкурсе, ссылочку оставлю под видосом. Всем пока.